Так, друзья, сегодня у нас 25 мая, 23-й год, запоздавшая весна. Я продолжаю вас знакомить с самыми удивительными людьми, уже не говорю с Россией, на планете. Одна из них перед вами. Человек с волшебными руками. Вот, сейчас, чтобы вы увидели, просто пока услышите ее голос, потом скажу, где она живет, а потом скажу, что какое чудо она сотворила с моими косточками. Итак, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня этим видео я открываю новый формат общения «Вопрос-ответ». В сообществе я опубликовала информацию о том, что будет вот такой у нас новый формат общения, и попросила задать свои вопросы. Конечно, активность не очень большая, но несколько вопросов поступило. Перед нами человек с уникальным садом, в основном кустарники и такие совсем необыкновенные земляники, клубники и много-много чего еще. Поэтому формат общения вы ее увидели. Но она пожаловалась на то, что не так уж сильно пока масштаб общения. Поэтому я использую любую возможность, чтобы знакомить вас, мой круг. У нас свой круг, у нее свой. Всех моих друзей с этим человеком. Есть вопросы, которые требуют более обширной, такой вот раскрытия обширного, требует достаточно много времени, и такие вопросы будут выделяться вообще в отдельное видео. Есть вопросы, которые более короткие, поэтому я их буду объединять. Я выбрала самые первые вопросы. Валентина Столбова спрашивает. Здравствуйте. Успеет отдать... Так, я подождал, пока вы не увидите. Два урожая. Ее фамилия, имя, отчество. Гречишникова Татьяна Александровна. Для меня Железова, я ее называю дочкой, а она почему-то не обижается. Вот, и мы очень-очень дружим. Так, теперь вот этот кусочек вы увидели. Теперь давайте вот сюда заглянем. Вот сюда. Смотрите, заходите познакомиться с уникальным человеком. Гречишникова Татьяна Александровна, саженцы. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Видите, я набрал это самое в Яндексе. Вот, вот, видите? В Яндексе Гречишникова Татьяна Александровна. Уникальный материал. Я просто вам ради интереса сейчас покажу. Вот ее чудесная рука, вот что на этой руке. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю вас знакомить с ремонтантными сортами. Покажу вам еще один нейтрал. Видим спелую ягоду и видим, уже пошли новые цветоносы, вторая волна. Нейтрал отличается от ремов тем, что не имеют ярко выраженного периода покоя. То есть практически непрерывно плодоносит. И вот такое чудо расчудесное, прелесть дивная. Это сорт Мальга. Мальга – сорт с огроменным потенциалом, огромущей ягодой. Вот такую вот показывает ягодку, шикарную, огромную. Давайте сорвем и посмотрим ее на ладони. Ну что, понравилось? Итак, значит, это представляете, что здесь огромный куст. Огромный урожай, так она еще только продолжает еще цвести и будет еще давать. Вот, то есть я сейчас знакомлю вас еще с одним местом. Вот сюда смотрим. Итак, Пензенская область, рабочий поселок Тамала, улица организации. Все кажется. Так, да, нет, улица. А, улица Майская, 12. Телефон есть и... А давайте я, раз она его выставила на показ, 8-909-321-4508. Дальше идет электронный адрес. Так. Вот. И получается более-менее знакомы с этим уникальным человеком. А теперь, внимание сюда, как это говорил, внимание на экран.
Доброго-доброго утра, Валерий Константинович. Хочу вам показать сеянцы с тех семян, которые вы прислали мне в подарок. Так, как говорил этот самый, как-то, нервных просим выйти из зала. Я сам сейчас выйду из зала. Она удивила даже меня, железо. Это гречишниковый вот этот. С тех семян, которые вы прислали мне в подарок, это гречишникова Татьяна, вам такое благодарственное письмо, видеописьмо. Посмотрите, какая красота. Да, я уже выбрала те, которые не взошли, но еще не все унесла горшки. Вот. Которые не проросли, я их не выбросила, я их высадила в открытый грунт, в надежде, что, может быть, они проснутся на следующий год. Поэтому, может быть, общая схожесть будет и в итоге даже побольше. Пока что я вижу из 500 семечек 200, и вот так они себя прекрасно чувствуют. Сейчас покажу размер. Вот они вот такие. Горшок здесь двухлитровый. Высадить пришлось в горшок, потому что земля была не готова, семена начали после стратификации просыпаться. Поэтому были высажены временно в горшок. Кое-где подтягиваются, вот еще чуть поменьше всходят. Ну, здесь вот, наверное, уже ничего не будет. Я немножечко покопаюсь, посмотрю, если косточка живая, то я ее просто пересажу в грунт. А здесь горшочки поставлю плотнее. Спасибо вам огромное за абрикосики. Я так понимаю, что здесь сыны маньчжурского, может быть, сам патриарх, потому что косточка была разнокалиберная. И вот то, что я у вас покупала, это вот как конкретно с патриарха. Вот они. Но они у меня так и подписаны, патриарх. Дальше у меня идет груша. Ну, тоже покажу заодно, раз уж начала снимать. Это груша. И вот пошла яблонька. Вот так выглядят яблоньки. Тоже кое-где не взошли. Чувствуют себя прекрасно, развиваются. Вот так выглядят яблоньки. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. Настроения. Здоровья. И всех-всех благ. Спасибо. Ну вот, друзья, закончилась сказка, вот, которую мы должны сделать былью. И вы увидели, что такое волшебница Татьяна. Ну что, будем заканчивать эту запись. Жалко расставаться, но мы не расстаемся. Пройдет время, если все это заплодоносит. Ой, что будет? Ой, что будет? А чудеса такие, я к ним имею прямое отношение, потому что что помогло? Идеальная сохранность. Так, вот, значит, какой-то определенный опыт, который я передаю другим. И, наконец, возможность всей стране обзавестись этими семенами и буквально за считанные годы все это довести до плодоношения. Остается немножко прорекламировать себя. Татьяну я прорекламировал, а себя просто все лето собираюсь рассылать сухие семена урожая 2022 года. Сохранность та же, идеальная. Некоторые говорили, пусть и много, но двое-трое. Пришлите прошлогодних. У меня схожесть была идеальная. Многие жалеют только об одном. Мало заказали сразу. Недоверие. Нет, не ко мне, нет. Недоверие в собственные силы. Заказывали по минимуму. 1000 рублей это 40 штук или 50 косочек того же абрикоса. Целый сад за 1000 рублей. Помните, я приводил пример? Мой любимый пример. Финляндия, саженцы, яблони. Причем яблони не самые роскошные. Вот. Высокие 2-3 метра саженцы,
метровый искусственный искалеченный штамп. Вот. И одна яблоня 8 000 рублей. А питерцы все это проглатывают. 8 000 рублей на рынке. На рынках Санкт-Петербурга. Вот. А здесь за 1000 рублей. А если, ой, что я говорю, у меня сейчас косточка стоит 15 рублей, та же абрикосовая, на летний период. Было и 10 рублей, кто успел, тот урвал. А сейчас, пожалуйста, запасайтесь. Хотите иметь такое чудо? Запасайтесь. Вот. Вот такие дела, друзья. Значит, еще на всякий случай. Пользуясь случаем, у меня выхода нет. Я помогаю десяткам людей, детям, вот, сиротам при живых родителях, полусиротам, вот, старикам. И мне постоянно нужны деньги. Нет, не мне. Поэтому я и вынужден продолжать работать вместо отдыха еще и летом. Отказаться от курорта, отказаться от всего, что можно было бы иметь ради того, чтобы я вам мог помочь, а вы помогли бы не мне, а вот этим, кого я перечислил. Для этого надо всего лишь нам заглянуть, вот, нам заглянуть в каталог. Вот он каталог. Теперь мы вот так направим на него. Значит, зимние цены специально показываю. Это прошлогодние. Были уже 30 рублей. Но потом скинул до 25. Потом для пенсионеров, для не новичков своих уже 20 рублей. Вот. Черешни 30, сейчас лежат, а сейчас будут 15, вишневые сливовые будут 15, орехи 15, вот. А уж эти семена, груши, ранетки, яблони, все это будет в 2 раза меньше, по 10 рублей. Вот. И вот теперь вот это вот действует до, так, уже можно вот это убирать. Вот это вот, сегодня уже 25-е, но я уже больше принципиально, хотя еще и просят, ой, я опоздал, пришлите мне стерилизованных. Нет, видите, все. Нету. Нету, нету. Итак, остаются сухие семена на все лето. Вот, ну а заказывать еще и каталог, да, сейчас по WhatsApp можете заказать, как угодно. Вот они уникальные диски, вот они привычные ножи, потому что у многих из вас зачешутся руки. Вот. И что интересно, я, наверное, неправильно каталог сделал. Вот это уникальные вещи, да. Вот они. Урожай какие дают. Я показывал патриарха, который дал 40 ведер. Я показывал жердель с Украины, уникальный, вкуснейший сорт, которые 40 ведер собрали, осталось еще много-много ведер. В этом году мои венгерки, ой, какие в этом году венгерки будут. Сейчас, по крайней мере, урожай уникальный. Вот, видите, в прошлом году нормально было, семян не хватило. Закончились. Я не думал, что будут брать семена яблонь, груш. Вот. И вот когда вот это кончилось, вот эта вот таблица, многие не подумали, что она продолжается. Вот. Продолжается. Вот видите, какие чудеса. Это будет обновлено, каталог обновлен. А, тоже расставлю по-быстрому. Ну, есть у меня такие косточки.
увидите, они очень крупные, тут не обманешь. Фаина у меня есть. Вот. Что из нее вырастет? Ну, в Челябинске у моей хозяйки моего сайта, создателя моего сайта, вот, у Карташовой девушки, с моих косточек выросло чудо, я про это рассказывал. Знаете, вот этот куст прекрасной вишни, она называется улучшенная. Вот я так, с генами черешни. Я его спилил, ну, скажите, с ума сошел. Да, с ума сошел. Потому что, видите, в руках у Сеньки эти тоже. Вот вишня улучшена, а в руках у Сеньки улучшенный абрикос, улучшенный королевский. Видите, как он выглядит. Вот так вот. На месте этого куста, буквально метр от него, был посажен полутора абрикос. И уже абрикосу 3 года, и настало время выбирать. Я горько, земли у меня мало, я горько вздохнул. От абрикос 3 года, это уже серьезный конкурент, и выпилил вот эту вишню. Вот так вот. Вот один из вариантов секрета Ильинского абрикоса. Он уже испорчен соседями, в частности, он испорчен Амуром. Вот. Это то, чего не может быть никогда. Прямые половые связи. А наука это отрицает. Ну, такой уж мелочи, подумаешь. Вот. Я его назвал Супер-Серафим, потому что я считаю, вроде бы я причем, вроде бы саженец был мой. Но что случилось потом, это ж с ума сойти можно. Я первый схожу с ума. Попробуйте меня, потребуйте объяснения. Как ты железо дошел до такой жизни? Как? Вот свидетель. Вот. Елена Александровна Савинич. Вы представляете? Говорю ей, Лена, дочка, заедем. Тут 2000 года мои абрикосы растут. Они настолько чудесные и хороши тем, что они первозданные, неизменные. Настолько неизменные, что теперь они становятся как бы стандартом. Вот. В моем саду все перепорчено, ну, в хорошем смысле. Заедем, посмотрим. Я уже 3 фильма создал. Нет, на тот момент 2 фильма. Потом был 3-й после этого. Зашли, хоть бродим. Это, с разрешения хозяев по саду пробуем. Мать честная, да что ж это такое? Чего ваше? А это, я для нее потребовал подтверждения у хозяев, для Елены, что да, это Железовская, потому что уже 2 фильма снято до того было. Вот, стройку делали, уже 2 угробили уникальных абрикосов. Вот, стройка была, на том месте дом стоит. Вот, а 3-то сохранилось. А хозяйка смотрит мне в лицо в одном фильме, делает вот так вот. Вот соедините пальцы рук, большие и эти самые, и толстые, и эти. Ну, короче, самые толстые пальцы соединили. И говорит, а вот соседний, вот королевский, был вот такой. То есть показывает размер теннисного мяча. Вот это было. Удивил Лена Александровна. И после всего этого, это 21 год, то есть 2 года назад. Вот. Удивил еще раз ее. Теперь это Елена Александровна, аспирант, наш человек. Наш человек. Вот. Это не из тех, которые этого не может быть. Это смотреть фильмы Железова, еще чего. А нет, там был такой ответ, был презрительный. Вот. Не буду, не стоит. Вот и все. А вот тут стоит, оказывается. И тогда человек становится волшебником. Вот, рядом со мной, вот, пережив несколько уже урожаев, уже, уже даже в моем саду вырастив еще несколько, назовем клонов. Вот это вот ученый человек, который поверил, что чудеса возможны, потому что согласно науке есть генетика, есть жесткая конструкция, ДНК. Если это геном, то это навсегда геном неизменный.
Вот. И есть человек, который верит, что путем горизонтального переноса, путем прививок, путем гетерозиса можно добиться чуда. И это ученые. Вот. Вот это я хотел сказать, друзья. И представляете, эти косточки, вы спросите, есть? Я говорю, их есть у меня. Косточки вот этого клона суперсерафима. А почему? Вы видите, что тут не написано, закончились. Видите? Вот. Даже вот эти, казалось бы, мелочь, но вкусная мелочь, даже они представляют ценность. Сверхраннее цветение означает возможность не попасть, наоборот, не попадание под морозы. Вы знаете, у меня была ранняя весна, бах, только зацветут, и сразу цветы попадают под это, под заморозки. И бывало и в мае, помню, 9 мая угробил урожай, 9 мая, когда зацвели абрикосы, урожай был угроблен. Вот. А пусть будет ранний тоже. И у вас пусть будет. Тот принесет, поздние попадут, ранние не попадут. Ранние попадут, поздние не попадут. Вот. Ну и вот это, есть еще вот эти уникальные вещи. И на этом я прошу вас расстаться со мной. Вот. Зачем вам это? А? Выпустить с этими рязвики. Зачем это все нужно? Вот так улучшить вишню, кислючую, мелкую, сверхурожайную морозойку. Вот так вот. Все, друзья, до свидания. Мы с вами ненадолго прощаемся. Заказывайте, 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 и будет вам счастье, как говорил фокусник Акопян.